Накануне 14 апреля в 22 часа 11 минут поступило сообщение о пожаре в селе Павлодарское. Огонь вспыхнул по улице Школьная, 15/1, где расположен Петропавловский женский монастырь Павлодарской и Кибастузской епархии. Пожарные расчеты прибыли в 22:23, которые установили, что горело отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание. Происходит открытое горение кровли деревянной. На тушение были задействованы 7 единиц техники службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ, 16 сотрудников. Также были привлечены службы 102, 103, а также ЦМК, ЖКХ. Был осуществлен подвоз воды для тушения. И данный пожар был локализован в 00:55 минут и ликвидирован в 01:40. По данному факту сейчас на месте работают испытательно-пожарной лаборатории службы пожаротушения для установления причины. Ну, предварительная причина по опросу, которая была на месте произведена инспекторским составом, что началось задымление с кровли в районе печной трубы. Но этот факт еще не установлен, поэтому сейчас работает пожарная лаборатория. Площадь возгорания составила 540 квадратных метров. Как сообщили в ДЧС, жертв и пострадавших нет. Пожарные эвакуировали 4 монашек и настоятельницу монастыря, церковную утварь, а также один газовый баллон емкостью 50 литров.